С первых минут матча хоккейный клуб «Саровинвест» смог распечатать ворота «Ракета» сразу двумя шайбами. Молодежная команда сдаваться не собиралась и в конце игрового отрезка сумела сравнять счет. Второй период оказался богатым на голевые моменты. Хоккейный клуб «Ракета» смогли отправить ворота соперника еще одну шайбу, но ровно через минуту получили ответный гол. И только в конце периода молодежная команда забили в ворота «Саровинвеста» победную четвертую шайбу. Итог игры 4-3. Они помоложе, побыстрее. Каждый день у нас тренировки в 11 ночи. Игроки хоккейного клуба «Ракета» признаются, что страх проиграть товарищеский матч опытным хоккеистам у них был. «Саровинвест» – команда опытная и играет уже не первый сезон. Но опасения молодых спортсменов не оправдались. На льду ребята показали себя на все 100%. Игра была сложная. Боролись до последней минуты. Сначала проигрывали, потом провели в счете. Так-то играли вроде в пас, все получалось, но... старались. Товарищеские матчи между командами «Саровинвест» и «Ракета» проходят регулярно. Игры проводятся для того, чтобы понять функциональную готовность всех игроков, определить слабые места в игре команд и выработать оптимальную тактику. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».